Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала. Даже если человек нигде не работает, ему периодически нужно устраивать небольшой отпуск. Ну, я вот сейчас в отпуске, но тем не менее не могу обойтись и не снять какое-нибудь небольшое видео. И вот очень часто от вас я слышу в комментариях такой вопрос. Почему одно дерево растет быстро? Почему оно не растет? С какой скоростью должно расти? И вот конкретный пример. Два сеянца магнолий. 5 лет назад я их посадил вот здесь, рядышком, буквально на одном вот таком участочке, ну где-то 1,5 метра между ними расстояние. Смотрите, одна выросла, даже до пояса мне не достает, а вторая перегнала уже меня в росте. Чем это связано? Почему так? Не знаю. Единственное предположение, которое я могу высказать, вот эта высокая магнолия растет непосредственно над канализационной трубой. Земля там всегда теплая, условия для роста лучше. Это я к чему? К тому, что отвечать на ваши вопросы на расстоянии, не зная ваших конкретных условий, я просто не могу. Вот наглядный тому пример. Я только предполагаю, почему. Ну, на сегодня все. Смотрите видео, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго.